Валерий Брыканов, аптека «Фиалка». Валер, к сожалению, уступили в полуфинале 0-1. Давай такое по горячим следам твое резюме. Ну, игра, в общем-то, получилась хорошая, что с одной стороны, что с другой. Много борьбы, очень много борьбы. Команда соперника была достаточно хороша. Ребята молодые, бегут, достаточно техничные. Коллективный отбор как бы против наших лидеров включали. И это у них сработало, не давали обыгрывать их. Вот. Ну, что касается нашей стороны, ну, не реализация, конечно. Надо было несколько моментов решить и играть в свой футбол. Но, к сожалению, так получилось, что не забили там пару моментов. Ну, где-то даже не повезло, я бы сказал, больше, чем исполнительское мастерство. А так, в принципе, ну, вот этот момент с удалением, конечно, абсолютно ненужный был. Ну, страсть еще и показала, что игра как бы... была очень напряженная, все были на взводе, поэтому ну, вот к этому привел результат удаления. И, в общем-то, для нас это сложилось негативно, потому что мы повозрастнее, нам больше зон появилось у соперника, но мы все равно, как бы проигрывая, все равно не отступили, шли вперед. Ну, как бы забить не смогли, к сожалению, 0-1. Ну да, наверное, ключевым был момент, когда было два эпизода у Аушева при счете 0-0, когда он не смог голкипера не переиграть. Причем в прошлом матче с Арменией он точно такой же момент реализовал с Арменией. Наверное, это и повлияло. Ну да, да, там вот не повезло момент, где он под вратаря ударил, а вратарь как раз на эту руку упал, и ему удалось задержать мяч. Вот. Решил этот момент, и все, мы бы дальше бы уже заиграли в свой футбол, и как бы по-другому могло все сложиться, конечно. Ну смотри, в группе обыграли их 1-0, сейчас уступили 1-0, получается такое, вернулось вам, да? А помнишь игру в группе, когда там единственный гол за счет автогола защитника случился, вы выиграли 1-0? Ну да, да, да. Да, ну это футбол, все так бывает, конечно, это непредсказуемо. Вот сегодня попадим, и там еще какой-нибудь эпизод, и все, и другой результат, конечно, ну чего делать. Ну, впереди еще игра за третье место, шансы медали еще есть взять. Ну, конечно, на каждую игру надо выходить, хотя две команды здесь сейчас будет супер, это суперлига, команды просто очень крутые, и будет интересно за третье место с любой командой поиграть, вот, да, обеим тем более проиграли командам, хочется вернуть должок, да. Георгий Кислицын, Футбол Стор. Георгий, поздравляю с победой, 1-0. Давай твое краткое резюме по горячим следам. По этой игре, во-первых, спасибо сопернику за игру. Действительно, очень хорошая игра с двух сторон. Никакой грубости, только одна потасовка вот эта. Ну, завелись, понятно, полуфинал, все хотят выиграть. А по игре я считаю первый тайм равным по моментам, что у них реализация, что у нас, скажем так, хромало. Второй тайм мы начало завели темп, у них посыпались ошибки в передачах, тем самым, наверное, на одной из такой ошибок мы просто их подловили. Потом просто спокойно опустили игру на свою половину, и Олег Ткаченко нам помог удержать счет. И Саня Никитин, конечно, очень хороший вратарь. Ну да, Саня Никитин вторую игру уже феерит. Когда надо, при счете 0-0, два момента в первом тайме подтащил. Я считаю, что, наверное, поострее все-таки аптека была в первом тайме. Во втором тайме, скажи, почему вот ваше сочетание с тобой, да, все-таки сегодня больше времени провела на бровке, нежели на поле, хотя вы именно победный гол и создали? Ну, во-первых, первая сменка у нас более опытная, более мастеровитая, я думаю. Мы еще молодые, по сути, и чему-то учимся, чему-то набираем. Но если взвинтить темп, то, скорее всего, это к нам, потому что силы есть. Ну, смотри, получилось, что на групповом этапе уступили 0-1, сейчас выиграли 1-0, то есть вернули сполна должен. Ну, первая игра там решил момент автогол, поэтому я не скажу, что это как вернуть должок. Можешь считать 1-1, скорее всего, просто. Что в этой игре, что в той, в принципе, одинаковая игра, просто кто-то забил, кто-то нет. Последний вопрос. С кем бы хотел сказать в финале? Волну или Фантазии? Что Волне обидно проиграли, что Фантазии, причем, по-моему, такие же, считаю, 4-3 были. Да-да-да, кстати. Да, неважно, кто выйдет, мы будем играть на победу. Спасибо.